Когда ребята выигрывают в команде, это значит, есть команда в городе, в республике Хакасия. Есть сплоченная команда, сильная команда. Хакасию на турнире «Лето 2014» в Крыму представляли 16 юных спортсменов. Три дня они соревновались с ребятами из Таджикистана, Белоруссии и 10 регионов России. В командных соревнованиях «Стенка на стенку» у наших дзюдоистов были три встречи с соперниками Симферополя, Адыгеи и Нальчика. «Стенка на стенку» принесла юношам из Хакасии первое место, у девушек – второе. 12-летний Артем Шалганов приехал в соревнований с высшей наградой. Но останавливаться на достигнутом он не намерен. Я хочу для начала выиграть Сибирский федеральный округ, потом уже первенство России. Ну а там дальше уже посмотрим.